Главное для вратаря – держать под контролем ворота и всех игроков на поле, считает Дмитрий Саулькин. Футболом занимается 3 года. Говорит, зимой играть сложнее, мяч тяжелее и поле скользкое. Да и техника игры должна быть особой. Именно сейчас зимой его лучше отбивать, потому что мяч скользкий из-за снега. Его лишь бы в сторону отбить. Ловить его сейчас бесполезно. Артем Каретин живет футболом уже почти 10 лет. Игрок универсальный, может и атаку отбить, и сам быть нападающим. Говорит, залог хорошей игры в сплоченности команды. Особенно помогает, если игроки в первую очередь друзья. Хорошая команда. Сильная, хорошая, быстрая, результативная, победная, эмоциональная. Понимаем друг друга с полуслова. Говорю, то есть мы уже как бы наигранная команда, и то есть друг понимаем, кто куда откроется. Кому отдать, кто ударит. В соревнованиях участвуют только техникумы и колледжи Советского района. Всего 6 команд. Определять лучших будут по количеству побед. Турнир предстоит нелегкий. Каждая команда сыграет 5 матчей. Организаторы считают, приблизиться к победе помогут спортивные навыки юных футболистов, физподготовка и внимательность. Важно, чтобы игра была зрелищной. Хорошая игра – это командная игра. Игра в пас, с великолепной игрой вратарей, с хорошим... защитой, с отличными подающими. Вот это игра. Студенческие соревнования проходят в рамках районной спартакиады. До конца учебного года спортсменов ждут турниры по стритболу, волейболу и легкой атлетике. Алина Чемерес, Константин Головин. События.